друзья, доброе утро, добрый вечер, добрый день. Начинается для меня 25-й день моего грандиозного путешествия по России из Владивостока в Краснодар. Я продолжаю ехать в Саратов, да, по направлению из Самары в Саратов по дороге не федерального значения, а по дороге местного значения. Я проехал сейчас город Пугачев. По-моему, я уже 100 раз пожалел, что не поехал по федеральной трассе. Ребята, это просто кошмар. Здесь нет дороги. Точнее, дорога есть. И она выглядит как дорога. Вот только это ужас какой-то. Найти такой участок, вот, например, как сейчас. Это за счастье просто. Потому что в остальном едешь по кочкам. Едешь по каким-то ямам. Едешь по волнам. Едешь по трещинам. Все это ужасно заделано. Я это даже описать не могу. Это просто катастрофа. Это не дорога. И, наверное, сейчас я еду вот по этому ужасу. И это даже хороший еще считается участок. Потому что есть участок перед, как раз перед местом, где я заночевал, где я заряжался. Вот там просто ужас. Там спуск с горы. Там огромные кочки, огромные волны. Все это в перемешку с ямами, с трещинами, с заплатками, с колеей. Это, ну, эта дорога, она взяла в себя самое худшее от всех дорог, что можно только взять. Я выехал в 2 часа 30 минут по московскому времени. Сейчас 4 часа по московскому времени. Да, за полтора часа я проехал 55 километров 600 метров. Средняя скорость передвижения 30-40 километров в час, потому что, ну, ехать быстрее здесь можно, но тогда от машины к концу дороги точно ничего не останется. Тут иногда, ну, возникают, кроме вибраций, да, вибрации — это бывает страшно, но бывают именно такие удары. Таких ударов можно потерять и колеса. А при этом ты не можешь предугадать. Ты вроде бы смотришь на дорогу и видишь просто, ну, заплатки до заплатки, чуть-чуть волны. А едешь по этому говну и понимаешь, что просто машина вот-вот кончится у тебя. Я вам сейчас это покажу. Может быть, что-нибудь на камеру и увидите. Вот, с виду дорога как дорога. Вот только вы видите, это сейчас даже еще стабилизация работает по максимуму. Какая-то тряска. К сожалению, я не могу отключить стабилизацию, чтобы показать вам, как все это реально трясется. Как машину просто из стороны в сторону кидает. Того, кто делал эти дороги, нужно кастрировать. Думаю, лучше бы я объехал 70 километров по Тольятти, по Сызрани, да выехал бы на федеральную трассу и ехал бы сейчас нормально по ровной дороге. Я-то почему сюда свернул? Я думал, дорога местного значения, значит, на ней будет мало машин. И я смогу спокойненько ехать 60 км в час, никому не мешая. Да, действительно, я здесь никому не мешаю. Вот только и я ехать здесь тоже не хочу. О-о-о.
Там, где я заряжался, была кафешка, я в ней кушал. И там парень ехал отсюда, с этой стороны. Он меня спрашивает, а что там, как дальше поехать-то лучше? А я ему посоветовать ничего не могу, говорю, тут, в принципе, дорога-то одна до Самары. А дальше сплошняком ремонты, куда не поедь. Вот, и спрашиваю у него. А там вот это вот кочки, вот эта вот хреновая дорога еще долго длится. И он мне говорит, да там километров 150 примерно. Я несколько раз переспросил, да, 150 километров примерно. Я тогда не поверил, говорю, да ну нет, тут этот участок плохой начался всего лишь 15 километров назад, примерно, даже может даже 10. Я не думаю, что он продлится 150 километров. Может, 15? Нет, 150. Всю ночь я провел с этой мыслью и не верил ему. Так вот, 58 километров, а я до сих пор еду по этим сраным кочкам. Поэтому, ребят, если кто-то задумает ехать из Самары в Саратов, лучше выезжайте на федералку. Проедьте 70 километров больше, но по дороге, а не вот по вот этому вот направлению. И вот она наконец-то, нормальная ровная дорога. 70 километров продлилось то безобразие. Последние километров 20-30 я уже не выдержал. Я просто нажал на газ и пролетел это все безумие. Да, очень, очень аккуратно старался обруливать все эти ямы. Дикая тряска была, дикая вибрация. Но переваливаться по этим кочкам еще полтора часа я бы не смог, наверное. 20 километров по ровной дороге. И снова эта хрень. Дорога, состоящая из заплаток. Как же так вот получается-то, а? Я бы понял, если бы ее положили год назад. И она бы пришла в такое состояние. Рельеф плохой, там вот земля двигается, не знаю даже. Но ей явно лет 10 уже ее пытаются латать, латать, латать. А кто-то ворует и ворует денежки, которые на эту дорогу давно уже пришли, я уверен. Так, смотрите, тут вот ручеек есть такой. Нем рыбаки рыбку ловят. Вот он там. Проехал я мимо одной кафешки. Просто это кафе из такое позорное. Я посмотрел, а от подстанции к ним идут какие-то тонюсенькие проводочки. Друзья, в общем, проехал я 122 километра. Вот при таком вот расходе топлива. Это по отвратительнейшей просто дороге. В кочках, в ямах, в дырах. Вот. Сейчас вот уже обновилась информация. Я подключился к зарядке. Приехал я сюда примерно на 1.4, по-моему, если не ошибаюсь. Или на 1.5. Ну, примерно такая цифра была. Приехал я на Лукойл на заправку. Заправка такая, я бы сказал, бомжовская. Розеток внешних нет. Выглядит просто облезло, как вот, ну, как показать это. Такая вся прям старенькая, выцветившая. Там в заднем стекле видно будет.
Вот такое старенькое здание и открытый туалет. Открытый туалет, представляете, ребят? Я даже не стал спрашивать разрешение. Я просто растянул удлинитель и подключился к розетке в туалете. Розетка, причем хорошая. Держит напряжение, держит ток, не греется. Ну вот я минут 5 заряжаюсь. Я почему не спрашивал? То потому что я уверен, что там сидит какая-нибудь девушка, перепугаешь, так сказать, и она просто не даст мне разрешения. Вот. Ну а раз она не даст мне разрешения, то тогда вообще у меня ничего не получится. Так как я о своих намерениях уже заявил. Она будет знать, что я могу подключиться и проверить это. Вот, а так я в Тиш подключился. Так же, как меня в Тиш отключали. И пока не пришла смена, а смена придет только где-то к 7 или к 8. Так, а сейчас получается уже без 15:07 по местному времени. Ну, посмотрим. Посмотрю я, что получится. Хоть как-то, ну, подзаряжусь. А может быть, даже никто и не заметит, и я заряжусь полностью. А вот приходится идти на такие поступки, так как трудности, с которыми я сталкиваюсь, вынуждают меня это делать. Да, я совсем забыл сказать. Нахожусь я рядом с поселком Балаковский. До Саратова мне осталось 160 километров. На одной зарядке я тоже ее не проеду, придется где-то в пути подзаряжаться. Итак, на Лукойле совершил я совсем небольшую подзарядку. В течение где-то полутора часов я постоял, позаряжался. Меня не выгнали, в общем-то, но попросили вежливо прекратить мои деяния. Я, в общем-то, немножко еще постоял, позаряжался и... Единственное, меня попросили вежливо, поэтому я не отказал. Когда начинают гавкать, я иду в сопротивление. Когда попросили вежливо, ну что ж, просят вежливо, значит, нужно ответить тоже вежливо. Я постоял еще минут 10, позаряжался и отключился. Сейчас... У меня хватает на полпути от того пути, который мне нужен. И в принципе, я думаю, на этом полпути я найду легко еще место, где я могу подзарядиться. Подзарядиться, покушать, неважно, это будет заправка или кафешка. Место для зарядки будет, я уверен. Следующий репортаж будет оттуда. Собственно, как я и сказал в предыдущем фрагменте видео, я проеду немного вперед и найду, где подзарядиться. Я проехал буквально километров 50 вперед. И здесь вот такое кафе, столовая «Альфия». Сами понимаете по надписи. Русских здесь маловато. Но к русским отношение вполне себе приемлемое. Я попросил подзарядиться. Мужчина, управляющий, похоже, он сразу понял, о чем речь. Я еще пояснил, что это автомобиль, что сколько он потребляет. Да, да, все без проблем. Вот здесь вот комнатка. Вот. И розетка. Я поставил на 13 ампер, чтобы не сильно нагружать проводку. Но она, в общем-то, практически и так не греется.
отсюда до Ростова мне осталось 110 километров, вот в ту сторону. Точнее, даже не до Ростова мне осталось 110 километров, а непосредственно до быстрой зарядной станции в Ростове. Поэтому сейчас я заряжусь до полного, по максималке, сколько она возьмет, и отправляюсь в Ростов, подождите, я сказал в Ростов, в Саратов. Десять километров до зарядной станции в Саратове. Поэтому я сейчас здесь заряжаюсь по полной, насколько будет брать аккумулятор, и отправляюсь в Саратов на зарядную станцию. На одном заряде постараюсь это сделать. В принципе, точно так же по беглым расчетам у меня должно хватить и еще даже остаться. Солнце стало светить в водительскую сторону, я даже вспотел. Вот такие показатели имеем на момент отключения зарядки. Так, и что здесь 175, от них хоть будем отсчитывать. А ехать 110 километров. Надеюсь, я доеду. И еще останется куча заряда. Все, вперед. Следующий репортаж из Ростова. Из Ростова, из Саратова, с быстрой зарядки. Подъезжаем к Саратову. Появилась реклама. Природа становится уже такой типично южной. Ну что, друзья, прибыл я в Саратов, заряжаюсь сейчас. И, как и в очередной раз, здесь стоит зарядная колонка фора. Причем этой зарядной станции форы в приложении фора нет. И, как обычно, стоял и тупил. Сразу не проверил, стоял и тупил. Что ж делать? И вот только начал читать комментарии, и все пишут там в плагшере: зарядился. Только один написал, что где взять эту самую карточку. Вот эту карточку. Карточку брать вон там, на КПП нужно. А этот стоял, бегал вокруг нее минут 10, наверное. Думал, она как-то сама активируется или через приложение. Скачал приложение, там зарегистрировался. Вот такие дела. Первый цикл зарядки прошел. Зарядка бесплатная. Этот плюс покрывает минус того, что мне пришлось искать карту. Поставил ее на второй цикл зарядки. И она малыми мощностями добивает, что может, в батарейку. Там есть режим такой до конца. Так вот, первый раз до конца он добил до 80. Второй раз я поставил до конца, и он вот уже там видно. 2700, 2600, 3 иногда бывает давит. Вот 8, 4% уже прибавил за сколько? 13 минут. Мне, в общем-то, все равно. Даже если я сейчас час тут потрачу, но чтобы побольше забить батарейку, чтобы пришлось, чтобы была возможность подальше отъехать от Саратова.
И вот еще небольшое изменение в маршруте. Я тут планировал заехать в Волгодонск и заправиться там на ЧДМе. Но нет, я не поеду в Волгодонск. Я пообщался тут с людьми, которые ездили по трассе через Сальск. И, в общем-то, они говорят, что там дорога как была ужасной, так она ужасной и осталась. Я помню, 3 года назад ездил, я даже не 100 раз, я там миллион раз пожалел о том, что я туда поехал. Я был готов заплатить уже не 300 рублей там за платный проезд, а 1000, лишь бы дорога стала получше. Вот, но решил вот так вот сэкономить и поехал через Сальск на Краснодар с Волгограда. В этот раз такого не будет. Вот мне опять предупредили, что там дорога как была, так и осталась. Ужасная. Я поеду с Волгограда на Ростов, с Ростова на Краснодар по платной трассе. Расстояние там на 50 километров больше. Я заплачу, да, деньги за проезд. Так я поеду по ровной дороге. Это для меня важнее. Так что, друзья, зарядился я на ЧДМке со второго раза, точнее, с 2 заходов. Все-таки 14.1 только она позволила мне залить в батарейку. Здесь имеем вот такие циферки. А, да, так. Нет, сбрасывать не буду, день еще не закончился. Едем дальше, едем вперед, вот туда. В сторону Волгограда. Я по пути еще, конечно, посмотрю, где там остановиться, зарядиться. Но первые 100 километров я, как обычно, не беспокоюсь о зарядке. Может быть, это и неправильно, но зачем мне лишний раз думать об этом. Проеду 80 километров или соточку, а там уже решу, куда мне, точнее, где мне остановиться. Так. Сейчас пока припаркую и найду выезд из города, самый короткий. Друзья, вечер добрый, очередное включение. Проехал я, как видите, всего 78 километров. И из 14 киловатт-час, которые были у меня в батарее, осталось 5,3. При вот таком вот расходе 8,7. Я почему-то думал, что если я буду, как раньше, ехать по сопкам 70, ну, спускаться, как она может, разгоняется там, с минимальными расходами электроэнергии. А на подъем уже это, по инерции и в самый конец подъема уже 70. И в прошлый раз эта методика сработала, а в этот раз не работает. Расход вон какой огромный. Всего 8,7 километров на киловатт-часе. В итоге я тут ехал, уже по навигатору искал кафешки. Ближайшая кафешка пишет в 130 километрах. Пишу заправки, ближайшая заправка там в 70 километрах. И в этот момент я как раз проезжаю мимо вот этого вот комплекса. Сейчас я вам его покажу. Вот там вдалеке, кстати, пост ДПС. Отсюда не видно, вот он как раз в кадре. Вот, на нем поворачиваем направо. Там кафе, гостиница, еще какая-то кафе-гостиница. Здесь вот СТО, я так понял, самообслуживание для грузовых. Рядом СТО сидят люди, которые немножко имеют отношение вот к этому СТО. Ну и, собственно, парковка. Так вот, здесь вот я подключился к розетке. Пока заряжаюсь до закрытия. Ну а там уже видно будет, сколько успею взять. Да какая разница, сколько я успею взять. Поеду просто вперед. А там уже будет видно. Может, где-то будет еще одна кафешка, заправка. Неважно. На ней и заправлюсь. Вот, кстати, что у нас здесь дает нам? Ой-ой-ой, совсем низкая. 190, даже вольт нет. 3 киловатта. Ну, что есть, то есть.
мы все-таки находимся не в городе. С напряжением не в городе всегда были проблемы. На Plug Share я эту точку добавлю, но как-то вот сомневаюсь, что парни будут рады, когда к ним начнут приезжать толпами электромобили воды и просить розетку. В общем-то, наверное, пора подвести итоги дня, потому что сейчас уже по моему домашнему времени без 15:09, а заряжаться мне еще минимум 4 часа, минимум 3 часа, желательно 4, чтобы полностью. А это будет уже завтрашний день. Да и я за это время пока посплю и, как обычно, в ночь поеду. После полуночи поеду. Вот, проехал я за сегодня 365 километров. Немало, но и немного. Средненько так. На завтра у меня план обязательно проехать в Волгоград. Там дальше уже об изменениях я сказал, что в Волгодонск я не поеду. Поеду я по трассе, по направлению Ростов-на-Дону, а с Ростова-на-Дону уже домой к себе в Краснодар. На топливо я сегодня не потратил ничего, при том, что одна из зарядок была быстрой, но она была бесплатной. Вот, по большей части моя оплата электроэнергии выражается в покупке еды в кафешках. На заправках, конечно, с меня ничего не требуют, но, в принципе, сами кассиры от этого никакой выгоды, наверное, и не имеют. Они же не на проценте работают. Но я все равно на заправках, если что-то есть, заходил, покупал там водичку, пирожочек какой-нибудь. Вот, а если останавливался в кафешках, сейчас, кстати, только кафешки меня чаще всего и начинают выручать. Да, приходится кушать. В общем-то, я не против, но кушать по 3 раза в день в кафешках – это дорого, да, дорого. Там вопросы у меня в комментариях были, типа, сколько мне это обходится, и чтобы я это расписывал. Ребят, ну, сейчас расписывать-то уже поздно, нужно было сразу это начинать все. По итогу пробега я открою свои расходы в интернет-банке и посмотрю, сколько я оплачивал еду, а сколько оплачивал, ну, какие-то другие товары. И обязательно подведу итог, сколько мне это стоило. Ну, сколько бы это мне ни стоило, мне это обойдется по итогу гораздо дешевле. Благодаря тем, кто поддерживает мой канал. В начале каждой серии я делаю вставочки о том, кто и в каком размере поддержал канал. Вот. Всем, кто поддерживает канал рублем, отдельная благодарность. Но и тех, кто подписался, поставил лайк, написал любой комментарий, тоже благодарю. Вы вносите огромный вклад и поддерживаете меня в моем эксперименте. Все, всем добра, удачи. Увидимся в следующей серии.